Добро пожаловать на просмотр видео. Сейчас на твоем экране, друг, игра под названием Caucasus Parking или же Кавказская парковка. Возможно, ты ее уже видел, так как она вышла примерно полгода назад. Но буквально вчера на нее вышло обновление, которое заново тебя с ней познакомит и приятно порадует. Действие игры происходит на Кавказе, где игрокам предстоит устраивать шашки в горах и на шоссе, или же мирно парковаться на улочках ночного города. Также предусмотрен режим свободной езды, где делать можно что угодно. Большой буст игре придает красивая графика и отличная оптимизация. Безусловно, тебя порадует автопарк, частично состоящий из машин, которые крайне редко или вообще не встречаются в других играх. Например, Акуга, Porsche Taycan, новая М4, новая Ешка, ну и М8. Разумеется, я перечислил только часть. Не думай, что все эти машины доступны исключительно на штампах. В игре представлен широкий тюнинг от банальной перекраски до замены обычных деталей на карбоновые. А вот подобный тюнинг на автовазе ты по-любому видел в своем городе. Горная местность и улицы Кавказа качественно проработаны. Они визуально передают почти весь кавказский дух. Ах да, игра доступна как на Android, так и на iPhone, но друзьям с Apple придется подождать буквально пару дней, пока само обновление зальется в App Store. Возможно, уже завтра вы сможете пошашковать по горам Кавказа. Что же включало в себя обновление? Качественный и умный трафик, который можно настраивать. Новый интересный режим, а вместе с ним горная локация. Ну и самое интересное, в гараже завели кота. Ну а если серьезно, новый ранговый режим даст тебе возможность устроить покатушки по горам Кавказа и при этом заработать. Ведь чем быстрее и аккуратнее ты проедешь всю трассу, тем больше ты получишь денег и опыта. Кстати, чтобы получить еще больше бонусов, можно увеличить количество машин в трафике. Но учти факт, что на 100 ехать будет крайне тяжело, но очень интересно. Будь осторожен, ведь на дорогах будут встречаться препятствия. Например, обвалившийся с гор камень, припаркованная машина и бетонное ограждение. Также можно делать остановки, например, на АЗС, с которой открывается прекрасный вид на, вроде как, Каспийское море. Ну и напоследок атмосферу украсят кричащие чайки. Если хотите видеть покатушки с прохождением данной трассы, пишите в комментариях. Но всегда найдется ложка дегтя. На данный момент в игре нет вида от первого лица, то есть из салона, и на все машины здесь один звук. Я уверен на все 100%, что если индивидуально сделать для каждой машины максимально похожий на оригинал звук, игра выстрелит. Для примера возьму звуки М4 из Assetto Corsa и наложу на мобильную игру. Игра мне сильно понравилась, я буду ее снимать, мониторить по ней все новости, обновления и показывать их тебе. У игры однозначно есть будущее. В заключение, друг мой, хочу попросить тебя перейти по ссылке в описании в мой новый телеграм-канал. Там я каждый день пишу о новинках в мире люксовых авто, выкладываю действующие объявления о продаже редких авто, скандалы с участием дорогих машин и уведомляю о появлении сумасшедших автомобилей на территории РФ. Я буду очень благодарен, если ты подпишешься, думаю, там тебе будет интересно. Ссылку на игру в Play Market и App Store, разумеется, я оставил в описании. К ним я приложу ссылку на официальную группу разработчика, там ты, кстати, найдешь и официальную беседу. Благодарю тебя за просмотр, встретимся в следующем видео или на стриме.